Один из крупнейших благотворительных фондов России «Русфонд» является давним партнером Казанского университета. Вместе они создают регистр доноров костного мозга, в который вошло уже около 40 тысяч добровольцев. Следующим этапом по развитию сотрудничества стала помощь тяжело больным детям. Все подробности далее. У 9-летнего Ромы любимый супергерой – Человек-паук. По словам врачей, у мальчика тоже есть своя суперсила. Появилась она в 2019 году, когда Рому прооперировали в ДРКБ. Ему имплантировали систему хронической эпидуральной стимуляции спинного мозга. Необходимость в такой сложной операции заключается в болезни. В год и месяц маленькому Роме диагностировали ДЦП. С тех пор семья мальчика боролась с тяжелым недугом. Смогли добиться того, что он начал ходить, но ходит он неправильно. Так скажем, кривой походкой. Естественно, да, с каждым годом мы старались, реабилитировали его как могли, и улучшение есть, да. Сейчас Роме необходимо пройти трехмесячный курс специальной реабилитации. За помощью семья обратилась в Русфонд, который совместно с Казанским университетом реализует новый проект по реабилитации татарстанских детей с тяжелыми неврологическими нарушениями. Лечение Ромы пройдет на площадке научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины. Мы будем дальше развивать его суперспособности. У нас есть высокотехнологичное оборудование, которое позволяет не только проводить реабилитацию с использованием программ биологической обратной связи, но и проводить детальную оценку прежде и во время реабилитации. Здесь собраны самые современные технологии по двигательной нейрореабилитации, по электростимуляции, там, электрической или магнитной. Но, кроме того, мы в Казанском университете разрабатываем и технологии нейрорегенерации, то есть стимуляции восстановления, регенерации нервной системы. И в будущем мы надеемся, что комбинируя вот эти вот разные подходы регенерации и реабилитации, мы сможем достичь максимального эффекта для пациентов. По словам врачей, у Ромы позитивные прогнозы на реабилитацию. Но своими силами потянуть дорогостоящее лечение семья не может. Внести свой вклад можно, отправив СМС со словами «Дети» на номер 5542. Стоимость сообщения 75 рублей. Узнать, как отправить большую сумму, можно на сайте rusfond.ru Татарстан. Результат реабилитации может оказать сильное влияние на дальнейшее развитие Ромы. Диана Желенкова, Радик Загидуллин, Виолетта Басова, Универньюз.